Ну что, дорогие друзья, сегодня мы приведем действительно в чувство этот джип Grand Cherokee и сделаем ему неповторимый стиль, настолько крутой, что на дороге он будет смотреться действительно максимально клево. Всем привет, дорогие друзья, с вами Личи, и это новый ролик по МТА Провинция Онлайн. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. И найди в этом ролике кодовое секретное слово. Это действительно очень круто, и на самом деле просто не каждый может найти. Настолько оно секретное. В общем, дорогие друзья, как вы могли понять, да, вот этот вот джип Grand Cherokee действительно крутой автомобиль, который добавили в игру в МТА Провинция еще давно. Но в симулятор автомобиля 2 вряд ли он появится, но если мы на этих роликах соберем максимальное количество просмотров, думаю, что разработчики смогут, так сказать, добавить его в игру, потому что действительно смотрится круто, четко и прикольно. И сегодня еще это покажу, как это будет выглядеть на самом деле. То есть, если протюнинговать этот автомобиль, если заняться прямо его тюнингом, сделать красивый цвет дисков, прокачать его, то насколько это будет крутой автомобиль? Я думаю, что на все 100%, потому что даже с Toyota Land Cruiser 100, я думаю, что есть над чем посоревноваться, потому что действительно две таких, ну как по мне, две равные тачки абсолютно, что одна, что вторая крутая. Конечно, Toyota больше на слуху, как бы джип, я думаю, что у нас он был не особо популярен, но смотря на то, как он едет, даже на стоке, я хочу сказать, что это прям максимально реально топовый автомобиль за свои конкретные деньги. И да, это действительно лайк, потому что, ребята, вы понимаете, он как бы и стоит того, потому что это в то же время и внедорожник, и действительно большая вместительная тачка, такая прям маленькая, казалось бы, многие могут увидеть ее со стороны, скажут, маленькая, да нет, на самом деле она вообще не маленькая, но окей, да, действительно все круто. Так, конечно же, нам сейчас нужно будет доехать быстренько до, так сказать, нашего любимого и замечательного автосервиса. Но, конечно, путь к нему будет еще долгий-долгий-долгий, потому что ехать нам, ой-ой-ой-ой, еще ехать и ехать. Хотя, это так всегда кажется на первый взгляд. Потом, когда уже доезжаешь, уже, в принципе, думаешь, да все четко. Просто единственное, что я вижу, что у меня осталось 5 литров бензина, и это действительно как-то маловато для этой тачки. Действительно крутой, огромной тачки. 50% бензина, ну, такое себе. У меня, кстати, такое чувство, что я как будто запутался. Не знаю, я как будто еду и не могу понять, куда я вообще еду. Странное такое ощущение. Как будто я ездил по кругу. Вот он, Мерседес меня обгоняет. Хотел подрезать. Ну, красавчик. Максимально, конечно, крутой у него Мерседес. Что-то он хочет показать, что он такой крутой. Но надо вообще хотя бы дверь закрыть для начала, а потом уже, так сказать, понтоваться. Что-то там мне показывать, рассказывать. Но это зачем мне вообще все нужно? Окей, ладненько. Что-то я запутался. Как будто я не в ту сторону вообще все время еду. Я еду. Никак не могу доехать до автомехаников. Ну, именно до автосервиса, где я буду эту тачку протюнинговать и делать крутой. Так, все, я вижу уже мостик. Все, в принципе, отсюда я уже соображаю. То есть, действительно, ой, и штраф получил. На 16 километров скорость превысил, и штраф. Поэтому, ребята, убедительная просьба, когда зайдете в игру, не забывайте, что тут у нас есть, так сказать, скоростной режим. Поэтому, когда вы в городе катаетесь, не забывайте, что можно словить штраф. Поэтому набирайте скорость только в каких-то специально отведенных местах, либо вот как вот тут, на таких улицах. Потому что в городе, увы, набирать прям максимально мощную скорость, ну, честно говоря, нельзя. Нежелательно, прям вообще нежелательно. Так, я успеваю проехать. Отличненько, на желтый
желтый моргающий успел проехать, тут зелененький. Фух, наконец-таки. Что-то я реально очень долго ехал до автосервиса. Что-то меня прям затянуло покататься. Но это все из-за тачки, потому что тачка вот такая вот топовая. Так, ну давайте начнем с ее прокачки. Сделаем ее действительно веселей. Я вот думаю, может быть, добавить ей какой-то цвет прям мощный. Есть какой-то цвет, который ей прям подойдет. Может быть, какой-то цвет хаки или что-то такое. Но нет, будет пахнуть как-то стариной какой-то. Возможно, самое идеальное — это сделать черного цвета его. Либо наоборот, возможно, сделать его белым, вот таким вот. Потом стайлинг, молдинги вот эти вот добавить в черный. Ну, кстати, если я его сделаю полностью черным, это будет смотреться прям максимально жестко. Так, заднюю полусферу тонируем обязательно. Фары берем иней. Салон оставляем того же цвета, что и есть. Ну-ка, реально, если цвет болотный какой-нибудь взять, ну, какая-то черепашка-ниндзя получается. Честно говоря, да, действительно непонятно. Черный, конечно, это вообще идеально. То есть полностью черный автомобиль на черном стиле. Ну, кстати, будет смотреться довольно-таки зачетненько. Зачетненько оранжевый как-то, ну вообще оно сюда не идет. Абсолютно не идет. Не фиолетовый, но может быть такой вот темно-красный какой-то. Вот такой вот. Кстати, вот, так, вот таким вот образом он будет смотреться прям бомбически. Как по мне, ну-ка, единственное, что надо, колеса быстренько покрасить в черный цвет. Ох ты ж. Вот это стильно. Вот это вполне себе стильно. Стильно смотрится такой вот прям аппаратик. Прям мощный джип, хочу сказать. Прям джип. Багажник. Кстати, тут много модификаций. Тут можно смотреть, что сделать. Ничего себе, давно такого не видел. Багажник на крышу, кенгурятник можно добавить. Либо, ух, сколько тут свет на кенгурятник, то есть можно добавить. Для установки требуется другой аксессуар. А, то есть, погодите, я покупаю вот так вот кенгурятник один, либо, стоп. Так, мы выбираем багажник на крышу, мы убираем. Тут можно добавить шноркель. Вот такая вот штука. Видимо, воздуховодик вот такой вот небольшой. Но, как по мне, он уже лишний будет. Так, как его убрать? На секундочку. К примеру, я оставляю все как есть. Единственное, что... Еще раз, заходим вот сюда. Кенгурятник один, кстати, мощно смотрится. Второй... Еще брутальнее, но как по мне лучше первый. Вот этот вот, вот это вообще бруталище настоящее. Свет на кенгурятник тоже покупаем. Ох, 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 противотуманки. Еще и противотуманки можно поставить, но прям сильно уже будет. Подножка, вы приобрели под... О, вот еще подножку можно сюда вот такую вот сделать. Вообще какой кастомизированный автомобиль, я в шоке. Козырек на лобовое стекло. Я давно не видел таких жестких автомобилей, чтобы столько всего. Решетка в цвет. Ничего себе. То есть можно даже решеточку сделать в цвет салона. Вообще кайф, вообще кайф. Белые поворотники. То есть даже вот так вот можно сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Да это действительно прям, прям очень мощно. Белые поворотники смотрятся, ну, стильно, стильно. Давайте возьмем поворотники на крыльях. Но они особо не нужны. Свет на крыше. Ой-ой-ой-ой-ой. Насколько это мощный вообще. Не, мухобойку не надо. Мощный автомобиль получился. Единственное, что вот эту вот штуку, я думаю, добавлять или нет. Нет, она мне не нужна. Противотуманки тоже нет. Насколько бомбически стала выглядеть эта тачка. Кстати, почему-то цвет у меня колес не сохранился. Так, покупаем еще раз его и принимаем. Далее, в покраску все-таки я еще раз хочу насчет цвета подумать. Ох, 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 ох. Да он в белом цвете прям ярко смотрится. Ну вот прям... Прям сложный выбор, честно говоря. Мне как бы и хаки хочется попробовать. Какой-то вот прям вот такой вот цвет. Прям что-то вот реально такое хаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же он, какой же мощный автомобиль получился. Прям, прям мощно. Но либо вообще черный, либо вообще черный. Ну на черном как-то прям скучнее, я думаю. Хотя... Стильно. Давайте черный. Черный всегда берешь, не прогадаешь. Так,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, поглядите на эту тачку. Ну чё я сделал за пушечный джип Grand Cherokee? И как, кто будет потом говорить, что он хуже чем-то того же самого Land Cruiser? Нет, это действительно мощный аппарат, который заслуживает к себе внимания. Короче, точно надо будет на нем поехать на оффроуд, сейчас заправиться, да и вдобавок сделать ролик от первого лица. Это просто по-любому. Поэтому, дорогие друзья, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК, достаточно будет даже слабенького ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру МТА Провинция. И ты обязательно кайфанешь, потому что она максимально топовая. Ну а также, чтобы сразу же получить крутой бонус в игре, для этого, ребят, смотрите, что нужно сделать. Когда зашли в игру, нажимаете на буковку М, далее открываете меню, статистика и всякое такое. Вот здесь переходим в раздел «Реферальная система». И вот тут, в появившемся окне, надо ввести мой промокод LICHITOP. То есть вот этот промокодик LICHITOP вводим во вкладку «Активировать». И все с легкостью получается. Все топово, все красиво. Так что еще будет пару роликов с этим Grand Cherokee точно. Кодовое слово в этом видосе будет «Посмотри в окно». Все, кто напишет слово «Посмотри в окно», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч!